Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Данила Дунаев, наверное, самый высокий актер нынешней российской эстрады. Помимо выдающегося роста и молодости, Данила может похвастаться харизмой настоящего профессионала. Исполнитель многих ролей на телеэкране, он также является частым гостем театральных подмостков. Интересно то, что после школы он пошел на факультет психологии. И во времена студенчества очень часто играл в КВНе. После окончания университета он не остановился на достигнутом. Дунаев поступает в театральное училище. Он сразу же попадает под пристальное внимание известных педагогов. Актерская карьера началась с главной роли в сериале «Тайны дворцовых переворотов». Далее последовали «Возвращение мушкетеров», «Самый лучший фильм. Часть 2», «Молодой волкодав» и многие другие. За профессиональным мастерством мужчины скрывается также нежный и любящий отец. Несмотря на то, что он не любит выставлять свою личную жизнь на показ, нам все же известны некоторые факты. Он был дважды женат. Первая супруга, Ирина, стала его женой еще во время студенчества. У них родились двое замечательных мальчиков. К сожалению, этот красивый союз распался. При этом артист очень тяжело перенес развод с любимым человеком. Сейчас он продолжает уделять каждую свободную минуту своим сыновьям от первого брака. Вторую супругу Данила обрел целых 6 лет назад. Сейчас он и Елена живут счастливой и крепкой жизнью. Недавно в их союзе случилось пополнение. Девочку назвали Лизой. А как вы считаете, почему Данила развелся с первой женой и при этом так страдал? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всего доброго!